Друзья мои, всем привет, с вами снова Филиппа Ваина. Сейчас делаю коротенький совершенно обзор очередного обалденнейшего продукта из серии Нечая Family Club, чай зеленый с кусочками имбиря и меда. Ну, начну с того, что я не особо любительница зеленого чая, но вот этот я решила попробовать, потому что я очень люблю мед и люблю имбирь. И могу сказать, что чай превзошел все мои ожидания. Выглядит он следующим образом, то есть его буквально надо немножко, чтобы заварить. То есть посмотрите, запах необыкновенно вкусный, крупнолистовой чай, имбирь, и пахнет это все просто изумительно. Когда это все завариваешь, конечно, восторга нет предела. Архетипл у данного чая 16.033. Значит, вы знаете, кто пробовал продукты Нечая Family Club, что все продукты из натуральных ингредиентов, и они очень полезные. Имбирь сам по себе полезен, мед полезен, то есть это хорошие иммуностимуляторы, которые дают возможность защитить организм, ну, в данной ситуации пандемии и всего прочего. Поэтому, друзья, кто не пробовал, советую попробовать. Чай не горчит, он очень нежный, очень вкусный, очень полезный. Поэтому желаю вам всем крепкого здоровья, классного настроения и, конечно же, хороших, выгодных покупок с компанией Faberlic. Для вас решила заварить вот в такой замечательной кружке Faberlic вот этот чудесный чай. Видите, буквально засыпала совсем немножко. Сейчас я это все залью кипяточком. Дам настояться буквально несколько минуточек. И процесс будет завершен. Остается только это все дело выпить, получить неимоверное удовольствие. Выглядит это, видите, вот уже цвет такой получается достаточно зелененький, приятненький. И вкус, а аромат, ребята, это просто что-то с чем-то. Невероятный аромат, просто хочется его вдыхать и вдыхать и вдыхать. Поэтому еще раз вам здоровья крепкого. Пользуйтесь нашей продукцией, покупайте вкусные полезные продукты Нечая Family Club и будьте здоровы.